Традиционный автопробег дорогами Бессмертного полка, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Омской области в пятый раз. 4 мая из Парка Победы стартовала колонна автомобилей регионального отделения ДОСААФ России с представителями ветеранского движения «Боевое братство», волонтерами Победы и общественниками. Из Омска участники патриотической акции отправились в Кормиловку. На главной площади гостей встретили школьники и представители патриотических объединений. Здесь же прошел праздничный концерт с участием детских творческих коллективов района. Организаторы автопробега по традиции развернули на площади увеличенную копию Знамени Победы. Затем участники мероприятия проследовали к памятнику воинам-освободителям и возложили цветы к вечному огню. Это пятый наш автопробег, и с каждым автопробегом многочисленнее ряды нашей молодежи. Это говорит о том, что, наверное, не зря мы говорим о победе. И в школе говорим, и в общественных организациях говорим. Говорят журналисты. Столько лет об этом говорили ветераны. И вот сегодня мы видим, что действительно молодежи не безразлично. И каждый, наверное, понял, что именно он ответственный за эту память. Организаторы акции подготовили для кормиловцев интерактивные площадки, выставку оружия времен Великой Отечественной войны, находки поисковых отрядов. Местные школьники продемонстрировали свои умения собирать и разбирать автомат Калашникова. Пришел наш юноармейский отряд «Сыны Отечества» и кадеты тоже «Сыны Отечества». У нас руководитель Шутенко Наталья Викторовна, очень хороший руководитель, подготавливает абсолютно ко всему. Разборка, сборка автомата, значит, в пенал, вот вы видели сейчас, патроны, то же самое. Также ездим на все областные конкурсы, занимаем призовые места. Очень сильная подготовка. Достаточно хорошо разбираю, собираю автомат. Лично. Где вас учат? В школе, на уроках ОБЖ мы по традиции уже каждую четверть разбираем автоматы. Какой у тебя лучший результат? Лучший результат 35 секунд. С такой же программой участники автопробега дорогами Бессмертного полка посетили Калачинский, Черлакский и Омский район.